Привет, привет. Слушайте, ну что-то в последнее время получается какие-то покупки снимать. Ладно. Это полубарный стул, который на Озон я заказала, но который на Озон пришел в коробке в Валберес. Ну, как бы продавец как смог, так и запаковал. Хотя нести это неудобно. Нахрена он как бы вот все вот так вот, я не знаю. Так, ну давайте вскрывать. Все, давай, ладно, Крестюш, я сама помогу тебе. Давай. Коробку отдам, честное слово. Конечно. Упаковка огонь. Вот я пока, я не знаю, кстати, у них ли, по-моему, не у них, но вот будет подобного типа стул, просто ниже. Вот он был запакован очень хорошо. А что тут? А, тут он вообще в собранном виде. Крестюш, ну подожди, зачем вот ты сейчас туда залез? Сейчас я буду это вынимать. Вместе с тобой? Как? Крестюша! Ну, Крестюша! Ну что, мяу? Кошмар какой-то. Вот и секрет большой коробки открыт. Он просто в собранном виде. Но там, с другой стороны, вон какая-то фигня. Вот что это за фигня? Слушай, ну подожди, грызть-то. Рук не хватает фигню эту всю взять сразу. Что это за фигня? Болтики какие-то. Ну, это явно на ножки. Ну, какие там ножки? Так, ладно. Сейчас, девочки, двумя руками вытащу. Все, коробка ваша, стул мой. Что могу сказать по стулу? Почему он в собранном виде? Ну, может, так задумано? Ой. И что вот это? Вот что вот это? Вот это что? Это что? Куда? Это увеличитель? Что это? То есть вообще какие-то непонятные детали. Никакой инструкции нету. Ну, как бы сам стул. Ну, стул. Ну что, теперь в моем доме есть стулья всех размеров. Просто какой-то подиум. Шагая не хочу. Эти я продаю, но пока покупателей нет. Это в Воронеже у мамы в квартире были. А это, мне кажется, это как раз вот оптимальный вариант вот для, ну, со столешницей. Ну, есть легкий оттенок, в принципе. Вот это чуть-чуть потемнее, ну, вот эти вкрапинки. Здесь они более розоватого цвета. Но в целом и здесь есть розоватого, то есть норм. Можно считать, что готово. Так, садимся. Ой, да. Вот это для этой столешницы идеальный стул. Потому что здесь, видите, вы сидите как на жердочке, а здесь вы сидите, и у вас животик вот на фоне. То есть можно вот так облокотиться и кушать. Ля-ля-ля. И ножками болтать так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Извините. Да, мать, у вас немножко того всего. Ну, что делать? Какая мать, такие вы? Вот так. Ладно. Наконец-то нашла свой размер. Это приятно.
Правда, через 2 дня придет второй стул. Почему не в один день, вы хотите спросить меня? Я бы тоже хотела спросить производителя, но он почему-то не соизволил ответить. Как бы так. И что вот это за детали? И зачем они мне нужны? Ну, вот это я понимаю, что это. Это чтобы не скользил. Это мы сейчас наклеим. Вот эти вот пимпочки. А вот это-то что? Вот с этим-то что делать? Ну, их 4. 4 здесь и 4 здесь. И они делаются вот так вот. Может быть, это куда-то в ножке? Ну, куда? Других вариантов нету. Я не понимаю. Короче, инструкции нет. Можно задать вопрос продавцу. Типа шуцы. Ну вот как-то так. Вот такая покупочка. Так, ну что, вот на эти, на ножки я наклеила. Ну все, а эти детали я не знаю куда. Выкинуть их сразу. А вдруг они мне нужны? Короче, напишу производителю. Может, ответит. Вот тут еще какие-то есть отверстия. Но сюда это прикручивается. Ну, вот у меня вот эти вот стулья, они были в разобранном виде. Их нужно было шляпу к ним приделать. По-моему, только шляпку, я не помню. По-моему, ноги были отдельно, шляпки отдельно. Шляпки я, по-моему, прикручивала. Ну, можно во влогах посмотреть. Ну, ладно, не суть до дела. Ну, в общем...